Тут дается бонус, не падайте в обморок, 1 биткоин. И с него идет отчисление 0.201, то есть даже процент одного, не десятая часть от 1%. Каждый час в течение всей жизни. Суть проблемы нашей такова, что мы берем этот бонус, и просто он у нас будет работать. Пускай он работает, работает, работает. Я смотрела вопросы, ответы. Так, кстати, начну не с этого. Начну с того, что я посмотрела ролики. Ролики все на иностранном языке. Я посмотрела их с сурдопереводчиком. Или как он? Нет, не с, с титрами русскими. Посмотрела. Русского ни одного нет. Получается, проект стартовал 4 дня назад. И только добрался до России. Поэтому, наверное, по-русски первое буду я озвучивать его. Девочка, которая мне предложила его в контактах, она написала, что начисление 1000 сатоши в час, ну да, от миллиона, от одного биткоина, получается 0.1% одного, это получается 1000 сатоши в час. Я начала дальше копаться, тут написано, значит, в вопросах и ответах, вот, зашла я. Я прежде чем захожу, я все изучаю. Я тут копалась, значит, переведу на русский язык. Тут есть такое вот изъятие. Мне нужно иметь депозит для снятия средств. Да, требуется активный депозит. Это меня сначала немножко отпугнуло. Я думаю, закрою все такое. Потом я же смотрела дальше этот переводчик с титрами на португальском я смотрела. На английском я смотрела. И на итальянском. Больше всего почему-то на итальянском. И вот они там пишут или говорят, я же читала, о том, что минимальный депозит у нас здесь 1,5 миллиона сатош. Я посчитала, если в час дается 1000 сатош, то это в сутки получается 24 тысячи сатош. И если разделить минимальный депозит, вот он у нас 0,015 биткоина, 1,5 миллиона сатош, это значит за 2 месяца нам накапает на депозит. И мы, как только его активируем, у нас станет активным. И тогда уже деньги будут приносить прибыль. Прибыль они будут приносить 3,3%. Ну, просто прекрасно. Просто прекрасно. 2 месяца. Мы сегодня регистрируемся и забываем за него на 2 месяца. Не надо заходить сюда, не надо ничего делать. Абсолютно ничего не делаем. Просто ждем. Просто мне не хотелось сейчас в новые проекты заходить. Ну, у меня 3 проекта не платят сейчас. Вот Титан Кэш перестал платить. Буксик итальянский прикрылся. 3-й день пишет, что они сейчас на работах. И Синерджи Трафик, мой любимый, не хотят мне платить, потому что я уже, наверное, много выбрала от них денег. И хотят теперь, чтобы я свои вносила. Не дождутся. И вам не советую. Поэтому я сейчас начинаю регистрироваться. Нажимаю Single Up. И буду все делать в режиме онлайн, но с паузами, возможно. Поехали. Username. Переходим на английский. И как обычно. Давайте я ставлю на паузу все-таки. Это долго будет. Так, записала. Значит, логин, пароль, почту. Здесь написано транзакцион код для кошелька. То есть для снятия денег нам нужно придумать пин-код. Здесь его повторить. Ради бога, запишите в тетрадку. 4 цифры я поставила. Здесь мы пишем биткоин, адрес кошелька вашего, любого, у меня Coinbase. Ваш вышестоящий у меня Ольга. Я вот, как она мне сказала, Оля, я под нее зашла. У вас будет стоять Ирина 180, это я. Здесь вписываем капчу 901 и нажимаем регистрацию. Сейчас, куда нас запрут? Посмотрим. Сохраним. Так, теперь что мы делаем? Заходим, что нам тут пишут. Теперь в официальный сайт программы войти в Не указывайте логин и пароль для всех. Ну, это понятно. Так, ну что, авторизовываемся. Ага. Тут интересно. Тут пароль должен, наверное, быть. А тут у меня подставляется пин-код. Ребята, если смотрите это видео, посмотрим, по какому меня пропустит, по пин-коду или по паролю. И здесь пишем, а то я сохранила, а вы тогда на моих ошибках учитесь и не сохраняйте.
Если зайду в кабинет, значит правильно. Вот. Понятно? Тогда первый раз не сохраняйте, потому что подставляется пин-код. Проекту 4 дня, я же говорила. Так, уже 26 тысяч человек, значит, не мы первые такие умные. Сейчас поставлю на паузу, разберусь. Так, походила по вкладочкам. Во вкладочке баннеры можно взять баннеры, которые можно рекламировать. Здесь можно посмотреть своих рефералов. Ну и истории депозитов нам еще и истории выводов нам рада. Ваши депозиты. Ну, давайте откроем ваши депозиты. Мы по умолчанию ничего не делаем. У нас все на автомате стоит. На автомате. Потому что вот если нажать аккаунт, просто аккаунт. Вот. У нас написано активный депозит 1 биткоин. То есть мы уже его активировали. Не надо ничего нажимать и все такое. Ну, можете нажать там, посмотреть, что вам покажет опять. Покажет о том, что ну, на вашем балансе еще 0. Наверное, через час будет. Ну, правильно, мы еще ничего не делали. Активных депозитов у нас нет. Реферальная ссылочка находится на центральном аккаунте, на зеленом фоне. Вот она. Я ее копирую, если копирую. Так, а что я ее не копирую? Сейчас еще, подождите, я придумаю, как ее копировать. Так, выбила. Так, а как ее... Вот, блин. Правой кнопкой мыши копировать адрес ссылки. Ну, пойдет так. Будет находиться под этим роликом. Все, мои дорогие. Если вам не нравится, ну, пройдите мимо, там, без всяких негативов. Если хотите, зайдите, зарегистрируйтесь, впишите свой кошелек и ждем 2 месяца, когда у нас что-нибудь накапает 1,5 миллиона. Ну, тогда уже будем через 2 месяца разговаривать по-другому. Я думаю, что 26 тысяч человек зашло. И от того, что мы зайдем, плюс-минус 1 человек, это ничего не изменится. Ни мы первые, ни мы последние. Пока-пока.